Представители межведомственного центра при координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях, посетили Агдам. В ходе поездки члены рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры ознакомились с рядом культурных, исторических и религиозных памятников. В частности, участники делегации посетили исторический центр Агдама, Узярлик-Тепе, комплекс Имарят, мечеть Гаяслы и Джума-мечеть, крепость Шахбулах и кладбище. Были проведены необходимые работы по регистрации и учету памятников. Каждая работа, проделанная в Карабахе, имеет для нас большое значение. Как вам известно, большая часть историко-архитектурных памятников на наших возвращенных землях были разрушены, в том числе кладбище Имарат, где мы сейчас находимся. Наша цель – вернуть прежний облик этому историческому памятнику, проводя реставрационные работы. По этой причине мы организовали этот медиатур. У этого города большое будущее. В то же время, как вам известно, у Агдама есть богатое историческое прошлое. В этом будущем, которое создается, должна сохраниться и эта история. Мы, в соответствии с поручением господина президента, приступили к реализации ряда проектов. Мы проведем осмотр всех объектов, которые нуждаются в реставрации.